эфире «Час без родителей». И сегодня мы на палубе Мадлен. Болеет, ей нужна операция. Виола живет в Шымкенте, ей всего 3 года, у нее порок сердца. На лечение нужно собрать 49 370 евро. Это очень много. Мне больше всего понравилось сделать открытки. Это Михенди, рисунки на руках. Любой житель нашего города может помочь. Телефон для справок 8 707 946 40 36 Татьяна. А также у Виолы есть своя страничка в Instagram @viola.help.me. Дети делают такие красивые открытки. На этом празднике всего собрали 198 075 тенге. Это очень маленькая сумма. Родители Виолы ждут вашей помощи.